Ребята, купили продуктов на 72 евро в Лидле. Сейчас вам покажу, что именно. 5 пакетов молока, 10 булочек, мандаринки, манго, монетки шоколадные, мороженое, киндер-пинги, салфеточки, 2 шоколадки. Вот такие вот обалденные вкусные креветки. Профитрольки, помидорчики, 4 кефира, 1 айран, масло оливковое, Джим Бим, Мартини, Капитан Хук, Глинтвейн. Ну, и еще мы купили 2 упаковки воды и упаковку пепси-колы. Все это нам обошлось в 72 евро. Пишите, дорого, недорого.